с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента на 216 предметов. Бренд Ультра. Немного об этом бренде. Это бренд, который принадлежит компании Sigma Харьков. Линейка Ультра — это профессиональный инструмент, который изготавливается на острове Тайвань. Указывается на упаковке Тайвань Ультра. Начнем мы с упаковочной коробки. Гарантия на инструмент, забыл сказать, гарантия на инструмент Ультра составляет 1 год. Вот такая упаковочная накладка идет сверху на кейсе. Сам набор, когда идет новый, он упакован в пленку, еще запаян дополнительно. Информация на упаковке — это 3 рабочих квадрата, 1,4 дюйма, 3,8, 1,2, 216 предметов, 3 щетки, 72 зуба мелких шах, CRV. Хром, ванадиевая сталь, материал изготовления инструмента. С обратной стороны комплектация данного набора. Так, что еще указано, выготовлено на Тайване. Sigma Украина. Это упаковочная коробка. Прокладка, которая ложится между двух крышек, когда вы запираете набор. Тут она довольно-таки толстая идет. Начнем мы с трещоток. 3 трещотки в наборе на 72 зуба, прямые, то есть не изогнутые. Рукоятки комбинированные, пластик и прорезиненный пластик, можно сказать так. Красный цвет — это обычный пластик, это прорезиненные черные вставки. Прямые трещотки, надпись Ультра, логотип, CRV, маркировка, обозначение хром-ванадиевая сталь. Реверс есть, вправо-влево переключение, вращение, быстрый сброс, фиксация головки. Трещотки разборные, то есть можно обслужить внутри сам механизм. Но пока на гарантии набор, туда не стоит лезть, ничего выкручивать. Трещотка на 3,8 дюйма и на 1,4 дюйма. По размерам трещотки 1,2 250 мм, 3,8 200, 1,4 145 мм длина. Две отверточные рукоятки. Вот такая вот идет отверточная рукоятка с магнитным держателем для бит. Длина 240 мм, также комбинированная ручка. Применять в наборе можно или биты. Вот они идут. Вытягиваете биту из держателя, вставляете и получаете стандартную отвертку. Или есть переходник, вот он в наборе, то есть для использования с шуруповертом. Вставляете сюда и можете вставлять головку 1,4 дюйма. То есть вариантов тут можно массу собрать в зависимости уже от работ, которые вы проводите. И еще одна отверточная рукоятка, вот она, длина 150 мм. Есть еще один присоединительный квадрат сверху. Сюда вы можете подсоединять трещотку или вороток Т-образный. Применяться может или головки одеваете, также, или биты, которые идут с переходником. Дальше я их покажу. Ручка здесь полностью пластик. Три кардана. Вот три размера, 1,2, 3,8, 1,4. Кардан скреплен с металлическими вставками. Три свечные головки. Размер 16 мм, 18 и головка на 21. Две головки под 1,2 и одна головка под 3,8. То есть 18 мм, 3,8 дюйма одевается трещотка. Внутри есть резиновая вставка, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Т-образный вороток. Два воротка Т-образных. 1,2 дюйма, он же служит удлинителем, если снять переходник. Дели переходник, получаете Т-образный вороток. И вороток Т-образный под 1,4 дюйма.
Большой вороток, длина 250. Этот вороток, длина 110 мм. Снимая переходник, вы получаете, снимая адаптер, вы получаете переходник с 3 восьмых на 1 вторую. То есть трещотку 3 восьмых можете одеть головку под 1 вторую дюйма. Под 3 восьмых дюйма воротка Т-образного нет, то есть под среднюю трещотку. Только под большую и под маленькую. Под маленький квадрат и под большой. Так, удлинители. Под 1,4 дюйма у нас два удлинителя. 100 мм и 50 мм. Это под маленькую трещотку. Под среднюю трещотку 3 восьмых дюйма у нас один удлинитель 210 мм. И под большую трещотку два удлинителя 125 мм. И показывал уже 250 мм. Биты. В наборе большой набор бит. Есть биты под 1 вторую дюйма. Не, то есть это не размер 1 вторая дюйма, а это под переходник 1 вторая дюйма. Вот он. Вставляете сюда биту. Общее количество бит под 1 вторую. И, кстати, это даже под 3 восьмых дюйма. Вот, два переходника, по 2 трещотки, 3 восьмых, 1 вторая. И биты под них. Вставляете или в этот переходник с большой трещоткой, или в этот, под среднюю трещотку. Биты под 3 восьмых и 1 вторую переходники. Общее количество 30 штук. Здесь шестигранные, есть биты торкс, райп, крестообразные. И торкс с отверстием. То есть практически все виды есть. Далее набор бит под переходник 1,4 дюйма. Они вынимаются из кейса. Будут в таких вот держателях. Кстати, промаркированы. Также райп. Тут очень большое количество разных типа размеров. И шестигранный, и райп, и квадрат. То есть очень много. Применяется вот с таким вот переходником. Также берете нужную биту, вставляете переходник. Применять вы можете или с держателем отверточным, или с трещоткой, или с магнитным держателем отвертка. Показываю. И еще один вид бит. Это уже идут они с переходником. Вот такие. Общее количество их здесь 30 штук. Находятся они в верхней крышке. Также промаркированы по ячейкам и типу биты. То есть Т10, Т15, Т20, Т26. 30 штук. И этих бит общее количество 44 штуки. Головки. В наборе шестигранный профиль головок, короткие головки, торкс и длинные головки. Начнем с коротких головок шестигранных. По размером присоединительного квадрата. Под 1 вторую дюйма у нас 14 головок. Вот они, самая маленькая у нас на 13 мм идет. Самая большая на 32 мм. Головки полностью гладкие, без каких-либо насечек. Единственная надпись есть ультра, CRV, 32 мм. Это вот под 1 вторую. Под 3 восьмых дюйма у нас 9 головок. Самая маленькая на 10, самая большая на 19, под среднюю трещотку. И под маленькую трещотку ряд головок 13 штук. Общее количество их 4 мм самая маленькая и на 14 самая большая. И головки торкс, общее количество 14 штук. Е4 самая маленькая, Е24 самая большая. Так, еще мне показал, две биты есть, вот такие большие, под 1 вторую дюйма присоединительный квадрат. Это у нас Т70 и Х14, шестигранная. Во всех 216 наборах, то есть во всех, у всех производителях в наборе есть такие биты.
Ну и в принципе комплектация у всех идет схожая. Набор комбинированных ключей. Общее количество 12 ключей. Самый маленький у нас на 8. Далее 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 самый большой ключ. Ключи полностью гладкие. Здесь, да, логотип Ультра. Размер ключа. С обратной стороны надпись Chrome Vanadium. И набор длинных головок под 1/4 дюйма. Нижний ряд у нас 7 штук. Потом идет ряд под 3/8 дюйма. 6 штук. И 1/2. Получается у нас 5 головок. 5, 6, 7. Размер самый маленький 4 мм головка. Самая большая у нас на 22 мм. Так, по комплектации все. Материал изготовления хромбанадевая сталь на изделие инструмента. Сверху наносится защитное матовое покрытие на инструмент. Каких-то изъянов, там следов от литья, заусениц в наборе мы пока не заметили. Кейс состоит из двух частей. Пластик, широкая зависа, также пластик. Запирание, металлические защелки. Логотип Ультра. Ну, здесь можно сказать, что верхняя часть металл, а соединитель идет тоже пластик. Без проблем все держится в наборе, ничего не выпадает. Так, теперь сам кейс. Ширина кейса 49. Длина 37 сантиметров, высота 11, вес набора 10 килограмм 700 грамм. Сверху идет на кейсе кейс с таким вот рисунком и металлическая такая бляшка с логотипом Ультра. Кому нужен набор с хорошим качеством, с гарантией и по адекватной цене, то присмотритесь к наборам Ультра Тайвань. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. При заказе получайте дополнительную скидку за комментарии и подписку на сайте. Спасибо.